Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и я больше чем уверен, что каждый из вас видел вот это вот сообщение по поводу того, что на некой платформе Steam можно забрать себе какую-то халяву. Те, кто играют через Steam и делают покупки через Steam, те и так знают, как забрать эту бесплатную халявочку. Ну, а тем, кто этого никогда не делал, и посвящено, в принципе, данное видео. А точнее, посвящено данное видео самому процессу того, как пользоваться Steam'ом в данном конкретном случае. Сразу хотелось бы обозначить, что если вдруг вы играете исключительно с телефона или планшета, и у вас нет персонального компьютера либо ноутбука, то данное видео навряд ли будет вам полезным, потому что установить на эти устройства Steam нереально. Я, по крайней мере, о мобильной версии данного приложения никогда не слышал. Что касается Steam'а, выглядит он вот таким вот образом. Это отдельная программулина, которая ставится на ПК либо на ноутбук. Установить очень просто. Заходите в любую поисковую систему, допустим, через Google, вбиваете Steam установить и, в принципе, вполне спокойно устанавливайте. Установка данного приложения является абсолютно бесплатной. Далее вам необходимо, соответственно, создать себе учетную запись. Ну и для этого вам понадобится ваш какой-нибудь email, ну и придумать пароль. В принципе, все. Больше ничего не надо, и в процессе установки вводите email, допустим, там, тот, к которому привязаны ваши танки, но это не является обязательным для того, чтобы халяву забрать. Просто регистрируйтесь. Что вы делаете далее? В поисковой строке вы вот здесь вбиваете с левой стороны World of Tanks Blitz и, соответственно, устанавливаете данное приложение именно через Steam. У вас создаться на рабочем столе или где вы укажете отдельный ярлык для танков, через который вы сможете заходить. И когда вы заходите в танки через Steam, а не через Wargaming Game Center, то тогда для вас здесь в магазине видны предложения, которые не только за голду, но и, как вы видите, за реальные деньги. Когда вы играете через Wargaming Game Center, для вас есть предложение только за золото, ну а другие предложения смотрим либо на планшетах, телефонах, либо заходим в отдельный магазин на сайте Wargaming. Продолжаем разговор в отношении Steam'а. Это было легкое отступление для тех ребят, которые не в курсе, что к чему. Когда вы установили себе World of Tanks Blitz, то в вашей библиотеке, вот здесь она сверху обозначена, будет вот такая вот закладочка World of Tanks Blitz. Я сейчас уже танки, как вы видели, запустил, и поэтому на странице у меня есть клавиша «Закрыть». В вашем случае будет клавиша «Играть». Нажимаете на клавишу «Играть», открывается стандартное диалоговое окно, в котором вы вводите свой логин и пароль, то есть свой email и свой пароль от танков. То есть, ну, стандартная система входа в игру. То есть не в Steam'е, а уже непосредственно в самом Wargaming'е. Когда вы запустили себе свою игру, и когда у вас вы эту игру запустили как раз через Steam, дальше после этого на странице World of Tanks Blitz вы заходите вот сюда, дополнительный контент. В этом дополнительном контенте вы можете искать вот таким вот образом, но это неудобно, нажимаете все продукты, и когда вы видите все продукты, то вот вам сверху вот эти вот 4 акционных предложения совместных, созданных, скажем так, в кооперации Wargaming и Steam'а в честь праздников. И вот здесь вот вы видите, можно купить за 450, в моем случае гривен, у вас может быть другая валюта, AMX-1357 в комплекте с дополнительными плюшками. Вы можете взять себе Т-44-85 за 188 гривен. Можете за всего лишь 112 гривен взять себе вот этот вот великолепнейший наборчик, а именно... Можете взять себе экранированного в составе с набором с дополнительными плюшками. Здесь вы получаете самого экранированного, 3 сертификата на редкий камуфляж, 5 сертификатов X5 и по 5 эпических бустеров. Короче говоря, есть разные предложения в Steam'е, периодически всплывающие. И о них не всегда Wargaming говорит у себя на страницах новостей. Ну а что касается нашей бесплатной награды, то вот она. Что входит в состав данной бесплатной награды? Вы получаете себе 3 сертификата на редкий камуфляж прорыв, 5 сертификатов X5 и по 5 эпических бустеров разного вида. Я не могу сказать, что это прям жирный какой-то набор, ради которого стоит там прям совсем упарываться, но в любом случае это есть халява, и если вы хотите ее забрать, то делаете следующее. Вы, поднимаясь немножко выше, видите клавишу «Загрузить». Нажимаете на клавишу «Загрузить». Что-то она немножко у нас подтупливает. Ладно, хорошо, тогда добавляете в библиотеку. Ну окей,
перебросило все-таки меня в Steam. Можно было добавить в библиотеку, из библиотеки загрузить. Но так или иначе, нажали на клавишу «Загрузить». И после того, как вы на клавишу «Загрузить» нажали, у вас пошла загрузка вашей игры. То есть вас перебросит на страницу игры. Это значит, что, в принципе, у вас все сработало. Все нормально, все окей. И дальше, ребят, вам в течение, ну, где-то 30 или 40 минут, как правило, происходит загрузка вот этого дополнительного контента, дополнительных плюшек, которые вы со Стима забираете. Ну, или покупаете за реальные деньги. Кто как. Если у вас есть возможность закинуть деньги на Steam, то наборы сами в нем довольно-таки выгодные. Я добавляю еще раз библиотеку. Так, этот продукт был добавлен на ваш аккаунт. Все, вот с момента того, как вы нажали на клавишу «Загрузить», вас перекинуло на игру, вернулись в Steam, в Steam нажали «Добавить в библиотеку», и дальше у вас пошла загрузка вашего наборчика к вам на игровой аккаунт. Почему я снимаю данное видео? Потому что получил ряд комментариев по поводу того, что люди не смогли разобраться, как же все-таки получить данную халяву. И кроме того, обратил внимание, что на платформе YouTube, допустим, на данный момент нет ни одного видео, в котором бы это все разъяснялось, как я говорю, на пальцах пояснялось и раскладывалось по полкам, так чтобы каждый из вас смог получить себе свою халявку и чтобы вам было понятно, как это происходит. Стараюсь специально для вас, надеюсь, что был полезен вам, и если это так, поставьте лайк данному видео и обязательно подписывайтесь на канал, потому что здесь всегда очень много полезной информации, и вся она является своевременной. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам искренне желаю мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.